Главные новости Екатеринбурга. Перелом позвоночника и разрыв печени. В Полевском на маму с коляской упало дерево. Женщина в реанимации. Кто не уследил? Президент на линии. Владимир Путин сегодня отвечает на вопросы россиян. Как проще всего достучаться до главы государства? Горожане узнали цену чемпионату. В Екатеринбург поступили праздничные купюры с символикой Мундиаля. Где их найти? И осторожно, ми-ми-ми. В уральской столице откроется енота-кафе. Как поесть, но не оказаться покусанным. Смотрите в главных новостях Екатеринбурга в 19 часов.